какой флаг на Сицилии? У него три ноги. Потому что Сицилия – это остров треугольный. Он итальянский. А я думал, там древние греки. Они раньше там жили. И разные другие тоже. Конечно. Всем хотелось такой хороший остров захватить. Он же самый солнечный. И там столько фруктов и цветов. И самый большой вулкан. А вот когда там жили древние греки, у них был Архимед. Это ученый знаменитый, который в ванне купался. Да, он еще открыл закон Архимеда. Он так обрадовался, что голый по городу бегал и кричал: «Эврика!» Это значит «нашел». Я тоже хочу быть ученым знаменитым и жить на Сицилии. А знаешь, там очень строгие родители. Вот если мальчик хочет дружить с девочкой, то надо у них спрашивать разрешение. А если не разрешат, вот сейчас и увидим.